Раньше в республиканском онкодиспансере была только одна палата для послеоперационных пациентов. Сейчас здесь полным ходом идут ремонтные работы. Вот уже в пятницу в больнице откроется новое отделение реанимации и интенсивной терапии на 7 коек. Увеличится и штат медиков. Кроме того, при диспансере открывается и новая лаборатория. Также у нас при поликлиническом отделении будет организована, открыта патоморфологическая лаборатория или же интраоперационная морфологическая диагностика. Что это такое? Это во время операции, когда удаляется опухоль, удаленная опухоль отправляется в эту лабораторию. И там мы получили оборудование, называется микротон, криостатический, водяная баня. Вот это вот полученный биоматериал, сразу же там патоморфологом опухоль обрабатывается и сразу же под микроскопом изучается. И патоморфолог нам дает в течение 30 минут, 1 часа, нам заключение, из какой ткани, из каких клеток эта опухоль исходит. Злокачественное образование или же доброкачественное образование. От этого зависит дальнейшая тактика хирургического лечения. Мы уже будем знать, опухоль злокачественная, если злокачественная, надо радикально прооперировать, да, полностью, чтобы там рядом никаких вот этих клеток не оставалось. Часто диагноз рак воспринимается как смертный приговор. Однако в реальности далеко не все злокачественные опухоли приводят к гибели. Ранняя диагностика опухолевых новообразований поможет в разы снизить риск распространения раковых клеток по всему организму. Для того, чтобы вовремя провериться, значит, я призываю, нужно обязательно проходить профилактический медицинский осмотр. Прислушаться тому, что говорят ваши участковые терапевты. Они информированы, они мотивированы, что надо граждан, надо приглашать на профилактический осмотр. Вот профилактический осмотр, прохождение диспансеризации является залогом успеха в ранней диагностике и постановке диагноза злокачественного образования. По словам медиков, в Туве чаще всего встречается рак легких. Так, за последние 5 лет уровень заболеваемости населения республики выросла на 29%. Однако рост выявления данной болезни на ранних стадиях тоже увеличивается, и это несмотря на отсутствие лаборатории. Напомним, что ранее все лабораторные анализы направлялись за пределы республики. Результаты приходилось ждать несколько месяцев, что затягивало курс лечения. Да, бывали такие случаи, что особенно при молочной железе, что мы опухоль удаляли, а потом ждали 7 дней, и через 7-8 дней или даже 10 дней нам приходили такие заключения, и мы вынуждены были потом второй раз брать, полностью удалять молочную железу. Были такие случаи, но, конечно, мы старались вот этого не допускать, старались в таких случаях больных отправлять за пределы республики. Если диагноз нам давалось сложно ставить, мы старались больных направлять за пределы, чтобы лечение сразу правильно начиналось. Многие жители республики пренебрегают своим здоровьем и не проходят обязательную диспансеризацию. С учетом того, что последние несколько лет смертность от рака в нашем регионе составила более 100 случаев на 100 тысяч населения, каждый третий житель Тувы должен в обязательном порядке пройти профилактические медицинские мероприятия и вести здоровый образ жизни. Чинчиса Мугабуянова, телекомпания «Новые вести».